Торжественная, слегка волнительная атмосфера царит в лицее номер 2. 40-летие учебного заведения здесь для каждого особенный праздник. Одинцовский лицей номер 2, он всегда отличался особой атмосферой, прекрасным, дружным коллективом, творческим коллективом, очень хорошими, творческими, талантливыми детьми. Потому что нашим кредом всегда все дети талантливы. 2 апреля 1984 года, тогда еще обычная школа номер 2, впервые распахнула свои двери. Спустя некоторое время она стала школой-вузом, а к десятилетию учебному заведению был присвоен статус лицея. На сегодняшний день выпускниками являются 4949 учеников. Вы представляете, коллеги, на скольких людей мы оказали некое доброе влияние? Старшеклассник Герман Горст учится в лицее с 5 класса. Следующий год для него выпускной. Рассказывает, ни одно событие в жизни школы не пропустил. И нынешний юбилей не исключение. На праздник лицея мы подготовили достаточно много. Будут и спортивные представления, и, собственно, гимн лицея, под который я буду выводить свою группу знаменосцев. Знаменосцы, орлята, спортсмены сегодня все на одной родной сцене. После торжественных речей и приятных воспоминаний – кульминация программы. Отметили с размахом, хоть и считается, что 40 лет не празднуют, в лицее номер 2 в приметы не верят. Они планируют и впредь не просто быть образцовым учреждением, а настоящим кораблем в светлое будущее для своих учеников. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».